пассия – особое богослужебное последование, совершаемое Великим постом в воскресные дни вечером, на котором читаются тексты Евангелия, повествующие об искупительных страданиях Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это самое позднее по времени возникновения православная служба, которая была составлена в середине 17 века митрополитом киевским Петром Могилой, создателем многих литургических форм. И в этих размышлениях нашими руководителями являются святые отцы, учители церкви, которые жили в основном очень давно. Но ведь с человеческой душой ничего не произошло, она все та же самая, те же самые внутренние струны, та же самая природа, обстоятельства внешние меняются, а человек по своей духовно-нравственной природе остается тем же. Вот почему мы считаем, что их мудрость, направленная на пробуждение духовного самосознания человека, является бесценной. Последование пассии бывает 4 раза в год по числу евангелистов – во 2-е, 3-е, 4-е и 5-е воскресенье Великого Поста – по вечерам. По традиции во время чтения Евангелия молящиеся стоят с зажженными свечами в руках. «Сплетший венец, а терния возложившая на главу Его, и трость в десницу Его, и поклоншийся на колено, пред Ним ругахуся Ему глаголющая, радуйся, царю иудейский, и плюнувши нань, прияша трость и бияху по главе Его,